Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Tomb Raider Легенда. Выбор. Далее. Искала кое-какие артефакты. Поместье. Так, ладно. Кто это был? Ты ведь слышала о Ратландах из Штатов? Ну вот, ты только что повстречала младшего сына сенатора Джеймса Ратланда. Закончил Вестпойнт, больше ничем не прославился. Пожалуйста, принесите отснятый материал. Добро пожаловать домой, леди Крофт. Вам распаковать багаж или запаковать? Уинстон, взгляни на это. Он практически идентичен, но немного другой формы. Идентичен чему? Чему-то, что я видела давным-давно в Непале. Вдали от какой бы то ни было даингской культуры. И вы полагаете, это осколок того же меча? Какого меча? Скорее, другого такого же. Зип, я хочу, чтобы ты узнал все, что можно об этом Ратланде. В особенности, где он находится в данный момент. Попробуй, Перу. Он говорил о Параисе. Он намекал, что там есть информация об артефактах. Он сказал, что ты была в Параисе. Что там произошло и кто такая Аманда? Алистер, изучи эти изображения, посмотрим, что ты сумеешь узнать. Зип, позвони она и узнай, сможет ли она встретиться со мной в Параисе в субботу утром. Итак, намекала, что между каменным постаментом и руинами рядом... Ладно, это на паузе надо читать. Не успел прочесть. Последнее время они не слишком радушно встречают гостей. Эй, ты идешь по улице с пушками. Кто виноват, что я умею правильно экипироваться? Есть новости от Анны? Она сказала, что встретит тебя около статуи на рынке. По крайней мере, поговорим наедине. Так. Давайте для начала. Не. Осмотрюсь. Нет, такого ничего не нахожу. Вау, у меня гранаты появились. Ну ладно. Не залазишь, нет? Ха, нет, не залазишь. Что тут? Ну-ка так. О. Ага, не все так безнадежно. Правда, тут ничего и нету. Ну-ка. Не так. И сюда. Понятно. Так, прицел означает, что цель вне досягания скорости, значит, что Лара может поразить цель на этой дистанции. Понятно. Ну, нам это не особо интересно. Давайте. Так. Цели. Золото, серебро, бронза, археолог. Я даже не знаю, где-то, конечно, искать. Поэтому данные. Поместье. Так. Из трех абингорских поместьй, оставленных мне отцом, именно это я считаю своим домом. Так, отец был прав, каменные постаменты не уникальны. Еще я видел осколок меча. К сожалению, фрагмент был в руках у неприятного типа, окруженного наемниками. Он упомянул Эмонду Эверт. Так, словно говорил с ней недавно. Девочка какая-то. Перу. Райтланд намекала на то, что между каменным постаментом и руинами рядом с Парайсо есть какая-то связь. Надеюсь, Аная встретит меня там, несмотря ни на что. Может, мы не найдем там ничего, кроме дюжин трупов, но я должна знать наверняка. Ну и снаряжение смотрим. Парные пистолеты, мы это знаем. Штурмовая винтовка. Угу. Оружие, снаряжение. Так, у меня есть вот гранаты. Это
Осколочная. Магнитный захват. Это даже я не пойму, что это такое. Вот. Аптечка, бинокль. Фонарик. В течение времени. После чего включается для перезарядки. Ну, не знаю. Мне зачем захватить цель? Так. Ага. А, вот так вот можно. Все. Поближе. Вау. Ну-ка, еще разок. Вот так. Либо бежать на него подкат. Либо сбить с ног. Либо подтянуть к себе. Нормально. Ну, нужная вещь. Ой-ой-ой-ой, ну-ка. Ладно, все. Уходим. Идем, смотрим. Контрольная точка. Привет, Лара. Знаешь, еще минуту назад эти улицы не были пусты. А я так старалась слиться с толпой. Надеюсь, что их пугаю я, а не что-то еще. Здесь ничего нет. Всего лишь груда горшечных черепков и тела старых друзей на полу. Если бы я знала, к чему это приведет, я никогда бы не рассказала тебе об Алине. И все-таки ты здесь? Ла-Пас не так уж далеко. Прошлое тоже. Чё? Лара! Въехали. Вот она! Зип, позвони Анае. Скажи, что я догоню ее, пока разберусь здесь. Ясно. Так. Кто еще? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Слышали? Вот она! Вижу цель! Я вижу! На! Да подождите вы! На! Ты что думаете, я на патроны буду жалеть, которые у меня бесконечные, что ли? Ой! Аптечки-то есть хоть? Ай-яй-яй-яй-яй. Вау. Стоять. А как мне туда добраться? Так, вижу. Не посюда. Не посюда. Так. Прыжок. Прыжок. Опа. Так, какую-то штуку мы собрали. Ну-ка, давайте-ка сохраним. Так, 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 так. Ага. Понятно. Оказывается, тут секретов-то до хрена было еще и на той карте. Просто мы не обо всем знали. А что это я сделал-то? Я вообще-то... А за что я зацепился-то там?
вон за ту штуку. Не, мне за нее не надо цепляться. Подожди. Ползи давай. Вот так. Блин. Поднимись. И на выше, 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 выше. Блин. Что-то я понять не могу, как эта штука вообще работает. Зажимать ее, держать или как? Или нажал, отпустил? Почему ты отпускаешься? Я понять не могу. Так. Может, что-то другое надо тут нажать? Почему ты не хочешь? Ладно. Вот так. Как это ерунда, конечно, немножечко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чтобы бросить гранату. Это гранат я захватил. А тут больше ничего нету? Ну-ка, давайте-ка глянем в наш чудо бинокль. Ничего такого не нахожу. Все, теперь вот. Понял, как эта штука выглядит. Нет? Еще? Еще давай. Там что есть? Аптечек я здесь не вижу, чтобы они, конечно, были, может они. Ага, ага, так. Так, так. Ну мы там были. А что, разве мне не сюда, а куда мне туда? А куда мне тогда? Опаньки. Давай, беги, беги. Я что-то должен подорвать, что ли? Не зря же мне гранаты-то дали.
О, еще. Гранаты мне зачем-то дали. Значит, должен, видимо, что-то. Давай. Вот он. Так, сойдет. Куда тут надо идти? А ты дальше не идешь, да? Ладно. Переулочки, закоулочки. Так. Вот еще какой-то закоулок. Нет, туда не проходит. В сортир. Не идет. Не понял, а зачем он тогда надо, чтобы обратно залезть? Или надо было подпрыгнуть? Ладно. Давайте понизу сначала посмотрим. О, аптечка, аптечка, аптечка. Так. Осторожно. Сколько врагов-то много? Всех победил. Ой, тут и гранатами надо было уже шмалять во все налево-направо. Ну, давайте глянем. Как непонятно, где, конечно, чего находится, но ладушки. Это взяли. Что они мне дают, я не знаю, но ладно, пока собираю. У других-то на двери не заходит. Ага. Значит, подниматься вот здесь. А что здесь будет-то? А, бутылки битые, да? А, вы вот что думали, что я тут буду бегать, прыгать, так что ли? Как бог знает кто. Нет, я для этого слишком ленив. Я просто бегаю и кувыркаюсь. На этом хорош. Блин, выпал. Я хочу узнать, где тут что есть. Я уверен, тур-то практически пройден. Я так думаю, по крайней мере.
Туда бежи, туда беги. Куда хочешь, беги. Тут где-то что-то скрыто, да, еще есть? Летать с окна на окно. Блин, не так. А как надо-то? Как туда попасть-то вот? Ну-ка еще разок. В окно заходи. Потом сюда. Куда мне? Я посюда же вышел. Прыгай вверх. Ага. Вот так я должен был все по верху делать. Ну ладно. Так, нам сюда. Сюда. Так, упасть сюда никак. Ну и туда мне тоже вот это без надобности. Ладно. Какой-то человечек все-таки выбежал. Стоило только сесть за баранку. Наверное, должно быть больше. Давайте посмотрим. Кто-то выбегал. Вот гранаты уже появились. Все, вроде, ладно. Давайте, пока поедем. Поняла Ная. Ее преследуют наемники. Скажи ей, что я уже иду. Так точно. Линейка, линейка, да. Влево, вправо. Вправо, влево. Чтобы затормозить и дать задний ход, зачем мне задний ход давать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо врезаться ни в чё, а то я так не доеду и ненавижу гоночки. Хоп. Блин. Тихо ты. Вот так. Я его сбил. На. Каково вам? Люлей от девчонки получить. Второй. Да
добавь газу, так мы можем не успеть вовремя. Давай, 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 я уже лечу. На парах. На всех парах. Блин, аптечка одна осталась. А я еще даже не знаю, что у меня впереди ждет. Что-то было, кстати. Но я не стану останавливаться, потому что, не знаю, вдруг здесь какое-то время нужно. Мне интересно знать. По-любому здесь вот есть эти значки, которые собирать-то надо. Эти. Кто они там? Медные, серебряные, золотые. Они взорвали мост. Давай, Лара. Ой-ой-ой-ой. Ха-ха, здорово! Да! Отлично! Вот так. Две. Какой я молодец. А почему... Мне это как-то вот... Давайте сохраним на всякий случай. Да. Вот так. Мало ли. Потому что тут такая штука, я обнаружил, что если ты выходишь и не сохраняешься, то значит ты не сохранился. Я же думал, что тур-то один, если прошел, то второй-то автоматически сохраняется. А ни хрена. Да. Да. Еще немножко осталось, то пойдет похоже дело. Сколько можно пострелять? На. Получи. А где аптечки-то еще будут? Аптечки не там сюда. Или их по мере надо же себе выдают. Подождите. Блин. Что, я в самолет должен попасть? Так, вот контрольная точка. Сохранить. Вот. Ну, конечно. Я тебя так ждал. Давайте, я думаю, так в самолет какой-то, да, я должен раз на взлет угодить. Что-то напоминает, да, телефон этот? Позвоните Кузи. Чем-то так вот. Отдаленно так вот. А как мне его объехать надо? Что теперь? Как ты до нее доберешься? Так вот, как я доберусь. Что там? Ага!
Давай, готовься, я сейчас прыгать буду. Бум, 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 бум. Красиво, красиво. Вообще такое в прыжке можно, чтобы пришел на ходу. Сальто заднее. Ну что ж. Тихо, тихо, тихо. Здесь почти ничего не изменилось. Прошло всего несколько лет. Что они значат по сравнению с сотнями веков? Есть кое-что, о чем я тебе не рассказывала. Я думаю, что Аманда не погибла там внизу. Так вот ради чего все это затевалось. А ради чего вообще все делается? Зачем мы раскапываем прошлое? Чтобы понять его. Я инженер, Лара. Я строю будущее. Я не пытаюсь уйти в прошлое. Когда-нибудь тебе придется. В конце концов, это делают все. В конце концов, это делают все. Ну ничего, сейчас мы сделаем. Лара, спускайся сюда, Рохля. Джейсон говорит, что мы на грани прорыва. Секунда, Аманда. Мы не уверены в прочности этой конструкции. Ты можешь просто спуститься? Ну что за самодеятельность? Оборвалась. Оказались. Кажется, мы потеряли фонари. Я надеюсь, ты взяла осветительные огни? Взяла. Давай. А куда нам? Ты где вообще? Я тут не вижу, чтобы что-то где-то освещалось. Нажмите на бегу, чтобы прокатиться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, давай. Доски над провалом сломаны. Перебирайся по балке. Это мумии в Перу. Давай. Отпускай. Ты отстаешь. Да я вроде никуда не спешу. Зайдем сюда. Ой. Подождите. Ну-ка дайте-ка я туда гляну. Что-то меня немножко во всей этой ситуации поднапрягает. Что происходит? Аманда! Аманда! Ты меня слышишь? Аманда! Так. Хренушки, да? Аманда, ты меня слышишь? А я ее видел, она там валялась, труп. Вон она. Закрывайся. О, Сара. Что случилось? Боже мой. Что случилось? Ну так а ты мне чё не отвечаешь-то? Я кого спрашиваю-то? Так, это чё? Так, понятно, у меня ничего нет. Ни бинокля, ни фонарика, ни аптечки. Ни пистолетов. Если нету пистолетов у меня сейчас, значит мне бояться нечего. А куда-то мне это надо толкать. Только куда вот? Ну разлеглась тут. Чего это?
Подожди, перед тем, как сюда залезу. Ага. Давай сюда тогда. И раз. Вперед, давай. Собрали. Сосульки, сталагмиты, сталагмиты. Ползи, ползи. Прыжок. Контрольная точка. Что у нас здесь? Фонарика нету. О, еще одно тело. О, господи. Лара, сюда. Кент? Что происходит? Он убил Оскара. Кто он? Я не знаю. Не знаю. Я не видел. Ворота не поддаются. Выпусти меня. Успокойся. Что? Прямо надо мной есть лазейка. Вытащи меня отсюда. Скорее. Мы должны спастись. Прямо над тобой есть лазейка. Так, я что-то не вижу. Ну, шары, я как понимаю, надо отсюда укатывать. Он тебе не нужен. Быстрее, Лара, он скоро вернется. Держись, ну, я уже иду. Нет, не так, не так, не так. Должно выглядеть. Так меня затыкают этими копьями. И магнит на этой штуке нет. Почему я что делаю не так-то? Он приближается, черт, Лара! Сейчас, сейчас! Да блин! Эта херня не разворачивается. Блин, да... Управление тут такое... Давай. Да падла, ты берись, давай, хватайся. Ты же как-то схватилась. Не сюда тебе надо. Тебе надо развернуться на этой. Падла, да? Как так-то? Раскачивайся, давай. Эй, давай. Кажется, я видел свет. Оставайся там, Кент. Я спускаюсь вниз. Аманда? Аманда! Это она! Подожди! Да какой-то ты безудержный! С чего ты решил, что это она? Это она! Кент! Ой! Это вообще что? Это вообще кто?
Понятно. Я убежал. Давайте сохраним мое место пребывания нынешнее. Так. Что мы видим? О, нормально. Так, я уверен, что здесь где-то можно лазить и лазить. Джейсон мертв. Все погибли. Здесь что-то есть. Я не знаю, что это. Я только видела. Видела она. Я вот тоже видел. Так, ну к вам я пойти не могу, да я как-то в принципе-то и не горю желанием к вам туда попасть. Он туда по ходу дела как-то можно попасть. А, нет, я подождите, я туда прибежал, туда не надо. Ага, надо посильнее раскачиваться. Ладно. Давай. Вот так. Вот. Надо смотреть, где эти штуки находятся. Я не знаю, в интернете где-то смотреть надо. Чтобы знать, где они находятся. Ну или, может быть, по ходу игры где-то я буду в этом месте еще раз проходить, и там они снова появляться будут. Или как, я даже не знаю, или по сложности они зависят. Но я вроде не видел их. Чтоб это... Ну, все, которые видел, я собирал. Слышите, слышите, кто-то тут... Кто-то тут есть. Давай. Хоп. Это я куда попал? Аманда! Я думаю, этот камень открывает дверь. Мне это не нравится. Ты уверена, что прочитала правильно? Эта штука приближается. У тебя есть идеи получше? Это может быть ловушкой. Мы уже в ловушке. О, боже! Вырывает камень еще. Сердце стража вырвало, что? Сейчас бежим. Аманда, беги. Беги. Аманда. Ого, ничего, я как умею. Да я очень даже крут. Да бросьте ее. Волшебный камень есть. Бросай. Ага. И подождите, как говорит Аманда, возможно, не умерла. Это что? Неверная смерть. Давай, у тебя-то тоже воздух там осталось. Так, ну. Если быть до конца честной, я думаю, что это ужасная идея. Все согласились оставить все так, как было. Возможно, я так и поступлю. Но после слов Ратланда я уверена, что внизу есть что-то, что поможет мне ответить на вопрос, кто убил мою мать. Я должна вернуться. Использовать тот же путь нет смысла. Там все обвалилось. Река как-то нашла дорогу вниз. Тебе придется самой все выяснить. Я не могу спуститься туда. Прости. Все в порядке, правда. Если возникнут неприятности, позвони Зипу, он тебя вытащит. Не испытывай судьбу. Я не намерена больше терять друзей. Ну что ж. Ты проберешься внутрь? Тем же путем, что и вода, я надеюсь.
Если позвонит Аная, соедини меня с ней немедленно. Я немного опасаюсь оставлять ее одну. Я составлю ей компанию. Что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, увидимся в следующем видео. Пока.